К реконструкции электрических сетей здесь приступили весной. Заменили старые деревянные опоры линии электропередач на бетонные. Протянули новый провод всего свыше 20 километров. Сейчас будут устанавливать комплектную трансформаторную подстанцию. Согласно инвестиционной программе сетевой компании, с апреля месяца 2021 года идет обновление сетей на населенном пункте Мордовская Карамалка силами генеральной подрядной организации «Электронефтегаз». В рамках этой программы предусмотрено обновление сетей линии 0,4 кВт, это около 10 км. Заменяем старые линии 10 кВт, около 2 км, и замена 3 трансформаторных пунктов. Линия, на которой ведется реконструкция, по географическому положению принимает на себя много ветров. Здесь часто гололедное обледенение. В рамках проводимой модернизации заменит провода на самонесущие изолированные, что позволит избежать перехлестов проводов. Таким образом, модернизация обеспечит бесперебойным электроснабжением потребителей, независимо от погодных условий. Сегодня у нас происходит монтаж КТП на новом месте. Старое впоследствии будет демонтироваться. Уроженцы села отмечают социальную значимость этого проекта. Новые линии как добрые приметы для села, в котором, кстати, ежегодно проходит мордовский праздник Балтай, куда приезжают гости из разных уголков России. Были перебои раньше, линия была старая, и обрывы были, и интернет не тянул. Ну, надеемся на эту новую линию. Люди будут получать качественную, бесперебойную, надежную электроэнергию. При этом предусмотрены автоматизация сетей, будут впервые в Лениногорском районе установлены управляемые разъединители и автоматические выключатели, реклоузеры, что повысит надежность электроснабжения данного населенного пункта. Стоимость проекта на данном участке сетей составляет 24 миллиона рублей. Работы планируется завершить уже в сентябре. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район.